Ну все, врубай. Всем привет! Сегодня с вами я, Глеб. Сегодня мы продолжаем играть. Так, все шумы, привет. Так, мы сегодня играем оператор в Фанка. Вот это я хорошо английский, вы напишите, пожалуйста, в комментах. Нас никакого топа, ничего такого. Наша просто. Так, можно здесь свой. Кстати, я забыл, не говорил, потому что там не хотел. Ну, наверное, кто-то играл, и поэтому знает, что можно сделать свой. О, закрыл это. Что за игрок? Не играли, наверное, многие люди. Next level. Я в нём умею играть, только ты уже управляешь человечком. Это интересно. О, блок. А что будет, если блок где-то коснуть? А, это дерево. Так, тогда. Так, сойдем дерево. Yeah.
Ты что, надел хуй? Так, мне это не хочется, так нужно. Пицца. О, кстати, сырма, мы еще пошли, но тут уровень еще легкий. Ты что делаешь с нашим пиццом еще? И все сразу поймут. Паузу. Это мой зомби. А вот это зомби апокалипсис. Майнкрафт. Пожалуйста, подпишитесь. Мне не сложно сделать еще одно видео. Не сложно. Сейчас. Гейм Эрфи. Ладно. Если будем это играть, конечно, я люблю это. Wow.
почку. Не, ну вы мне напишите, почему? Ну, вам мне нравится. Кофту сними. Я еще попробую. Ну, скорее правильно. Вот. Все, я это уже знаю. Нет, подожди. Бесит. Ну, нормально. Как-то странно. Вот это вот. То есть это вот там. Тут так. Тут шлупа. И тут песок. Thank you.
Тут мало шариков, он нас спавнил. Если мы каждый раз увеличивались. Вот раньше так смотрел постепенечку в Facebook. А, нет, какие-то знаки. Так, так, а что этот Казахстан был? Казахстана нет пока. Что не знает, как выглядит. А, Facebook, Microsoft.
Никак не разобраться. Майнкрафт. Clear. Clear.
он какой-то сумасшедший. Вот. Играем новую игру, ребят. Так, играем в новинку. Новинка. Ладно, что мы в нее не будем играть. Не, выпал уж не один раз какое-то склонное чучело. Так, ладно, пока выпуск по Among Us. Ладно, кстати, Innerslot один и тот же. Они, это как бы компания Innerslot, создатель Genestico Collection. Вы знаете? Я впервые это слышу. Ладно, смотрите, у меня как бы я вылез. Я вылез. Кто будет моим другом? Пишите я. 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 Соня Блок. Соня Блок. Ща, пап. Мне 17. Мне 7.
А почему она так скоро пойдет? Папа! Хочу обратно на тренировки. Хочу опять самолет хочу.
яблоко, и вот яблоко такое сыпется. Thank you.
Тихо, родная, беги. Ты что-то не то читаешь. Сегодня что читай. Вот тебе сам возьму. Давай, тигр покажи. Папа, ты понеси мне, пожалуйста, рюкзак. Все, да, лишь бы вы только уроки делали, Надь. На, рюкзак положь. Да, из этого. Молодец. Вот мама. Папа, ты моей маме что под... Папа, а что ты маме подаришь? А что ты маме подаришь? Что я подарю, блин. Я с тобой, видишь, нянчиться на меня. Не могу на работу. Если бы ты сам бы ходил бы со школы в школу домой, приходил бы, открывал на тренировку, сам бы сходил. Ну, без проблем, я пошел бы работать. Уроки бы сам делал. Тогда бы я компьютер мог. Иди сюда, будешь мне сейчас Иди сюда, будешь мне говорить.
писать? Да, и получил много букв. Давай, пошли. Открыл. Ну вот тут у нас. Старайся, написали. Ой, ты домашнюю работу без меня написал. Ё-моё, сколько я ошибок. На столе. Большой буквы же, на столе. Ты что, с маленькой написал? Ё-моё. Вот здесь. Вот здесь сегодняшний. Так. Да, вот это сила. Сегодняшний. Без меня дел. Пойдем. Выглянул Коля в окошко. На улице белым бело. Снег падает большими хлопьями. Он ложится на землю. На крыше домов, на ветке деревьев. Как красиво кругом. Все, да, там. Здесь сверху пишешь. Домашняя. Работа. Д большая. Маленький, давай. Да, у меня что-то вот, да. О. М. А. Спасибо, пиши. Ш. Ш. Н. И я. Спасибо, пиши. Нет, ты красиво пишу. Работа. Р. А. А. Б. 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 О. 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 Т. А. Точка. УПР, здесь УПР, один. Упражнение. Да, пишем УПР. В середине. Упражнение, папа. Какое да. Упражнение? Что? Вот как здесь прям. УПР. Стой, куда ты пишешь? УПР, один. Вот здесь точка. А здесь один напиши. Ну что ты же сказал, как здесь? Все, здесь пишешь. Прямо вот здесь начинай. Выглянул Коля. В большая. И. Г. Л. Я. Нормально, нормально, не обойди. Я. М. У. Л. Коля с большой буквы. Точка? Нет, просто Коля с большой буквы. Это имя. О. Л. Я. В окошко. О. К. О. К. 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 Что это? Нормально, нормально. Вот так. Все, пиши. О. Ш. К. О. Точка. Здесь прямо с края. На. Это большая буква. Прости. Давай, давай. Да ё-моё, куда? Смотри! Смотри сюда! О, ёлка какие здесь. На. А. Все. Улица. Л. И. С.
Все, куда ты понесло? Сказал я. Нет, все, я сказал. Е, все. Вот здесь. Б. А, белым Е. Белым? Е. Белым Е. Да я слышу, пап, Е. Что, забыл, как Е пишется, что ли? На боксе уже совсем мозги отбили. Хотя тебя не бьют по голове. Е. Думаю, какой... Блин. Ой, сам уже дело. Не надо попробовать. Давай, пиши быстрее. Е. Л. И. И. М. М. Так, черточка. Как черточка? Вот такая черточка, да. Вот так черточку делаешь. Это тире, пап. Тире, тире. Бело. Е. Л. О. Точка. Вот прям поставь цвет. Почему? Мне кажется, ты не видишь, что ли. Все, давай, давай, давай. Давай, не отвлекайся, быстрее. Снег. С большой буквы. М. Е. Г. Падает. Вот отсюда. Чуть-чуть. Вот ступени прямо прямо с края. Вот где что, да. Падает. П. А. Д. А. А. Е. А. Е. Д. Большими. Б. О. Л. Мягкий знак. Ш. Сразу. Вот, вот все правильно, оттуда и пиши. Ш. И. М. И. Хлопьями. Х. Л. О. П. Мягкий знак. Я. Я. М. И. И. Точка. Он. Страх. О, большая. О, большая. Становится. Просто берешь вот так. Вот. Не. Так. Ложится. Л. О. Ж. И. Ж. Ж. Вниз. Вниз. И теперь как С. И. Т. С. Я. На. Л. А. На. А. Землю. З. Е. М. Ну, блин, ну, зачем? З не можешь вот так сделать? А у меня отключило. И М вот так. З. М. Л. Ю. Запятая. На. Крыши. Там поместится. К. Р. И. Ш. И. Да пиши, пиши уже. Не надо, ну почему, папа, это против пальцев? Тогда смотри, как делается. А, где корректор? А вот, смотри, как делается, смотри. Кры никогда не переносится одна буква. Всегда переносится две. После, значит, и, да, и сделаешь. Вот здесь черточку ставится. И здесь ш и пиши.
И. Ага, все, молодец. Запомнил? Да. Как переносится? Да. Домов. Д. О. М. О. В. Запятая. Запятая. Алло. Я уроки делаю. Чё? Да, чё ты, Паша? Ну, я сейчас это, дизайн. Забрал оттуда? Через сколько? Ну, наберёшь, что ли? Так, что там, домов, запятая, на. Ве. И. Е. Т. К. И. К. И. Деревья. Д. Е. Р. В. Найти знак. Е. В. Точка. Как с большой буквы. Большая буква. А с большой? А. К. Красиво. Р. А. С. И. В. О. Кругом. К. Р. У. Г. О. М. Восклицательный знак. Коряво ты пишешь. А что, не учили правильно восклицательный знак писать? Да. Вот так вообще его пишется, восклицательный знак. Ну мы вот так его пишем. Да, вопрос, да. Вопрос, вопрос, а пишется вот все, так. Все, написал. Молодец. С трудом. Молодец. Дальше сам. Да? Да. Ты что, позовёшь?
Подарю это Лилии Стоятой. И я приду сам к тому, да, конечно. Чем? А, типа. Внуки-то. Внуки.
Наступила песня на экипе, что убьет. Но я забыла. Едет? Нет еще. Еще успеешь чипсы успеешь, может, покушать. Может, чипсы успеешь покушать. Yeah.
Много на голову. Все смотрели, смотрели отвлек. Вдруг все увидели на одной, лечении собаку. Одна должна была видеть вот сил длинный балух и зацепил шлину. Витя тихонько потянул шлину. Шлина была. Бежа собака покочила землю. Так, где? Ладно, подумайте, смотришка, сова. Вот, а сова, ты же закинь. Ну, сам доставь математику. Чего должен тебе доставать? Вот, ты где так порвал-то? Да она уже давно была рвата. Да? Ты... Я не знал. Надо, папа, кстати, новую папку. Потому... А да? Что ты молчишь? Кто-то знает, где математику искать. Что нормально. Где математика? Вот. Что не понимаю? Оформляю работу, написано. Так, а что тебе ничего не написали? Где? Где листочек? Листочек. Классная работа, вижу. Не знаю, наверное. А, не смотрели, потому что. Не смотрели? Да, даже. Что я тебе говорю? Где, по-моему, что там прислал? Математика. Повторить компоненты сложения и вычитания. Я знаю, как это сложить. Повторять правила. Нахождение неизвестных компонентов. Я знаю. Тетрадь в клетку. Фух, классно работает. Ты это же все доделал? Да. Да? А, ты зачеркнул 5 равно 5, да? То есть не 5 равно 5, а? А здесь ты х не написал. Х равно 15. Ай, твоя. Что такое двоечник? Совсем расслабился. Да. Здесь, смотри, пишет. Х равно 20. Да? 15. Сколько здесь х равно? Х равно 15. И зачем? Х равно 15. Я сам напишу. Вот так писать надо. Блин, куда как ты писать специально, чтобы было похоже. Конечно. Почему 5, а не 15?
20 минус 15 и же 5. Это что равно 5. А, что равно 5? А, просто 5 равно, да? А что тебе не написать? А вот это не оно? Вот нет, это не оно. Стой, стой, стой. Да, это вот здесь. Хорошо. Куда эта карточка делает? Номер маленькой писать, а не большой. А это может старая? Маленькой писать, а не большой. Это не та карточка, я не перепутаю. Это не та тетрадь? Да, может быть, это не та, потому что... И да, нет сегодняшнюю дату читать. Больше нет. Чё? Берёшь, фотографируешь. Отправляешь маме. Зачем, пап? И скажи, а мне не приклеили листочек. А мне не приклеили листочек. Все, отмазывается. Добрый день, уже на программе при выполнении домашней работы. Пропись на 304. Ты же в книжке все пропись сделал? Получение грамоты. Где пропись? Пропись где? Пропись. Это что? Совесть читал в листомате? А? Совесть. Совесть? Нет, вот и читал. Один христомате. Она где-то ты там. Так, хрестоматия, где? Про нос и язык, ты книжка. Я тебе читал. Пичугин мост, ты читал? А? Пичугин мост читал? Пичугин мост, нет, не читал, но его не задавает. Да? На, читай, совесть. Потом расскажешь о чем-то. Вот совесть. Это тебе надо иметь такое. Совесть. Знаешь, что такое совесть? Ну, да. Ну, что такое совесть, скажи? Ну, совесть. Я забыл, что это. Это когда ты что-то сделаешь плохое, а потом ходишь, и тебя в душе это угнетание такое идет. Мучает тебя в душе кого-то что-то. Что ты сделал плохое, и это называется совесть. Тебя мучает совесть. Совесть. И на ухо не подготовил урок. Не подготовил урок. На, позвони маме. По алгебре.
Не надо, пап. Это кто тебе звонил вчера? Какие? 773. А, это я звоню. А вот это 3701. С России тебе звоню. Вообще. Пропущен. Блин, надо позвонить обратно. Не надо. Она, понятно, не надо звонить. Россия. Не Казахстан. А, позвони маме. Не надо, пап. Ну скажу, у меня нету в тетради, что надо делать. А ты чаш, ты хорошо? Не боюсь, пап. Ну, боюсь. Мам, она меня может убить. Чего ты ее так боишься? А мне ты... Пап, мам. Потому что она тебя ругает постоянно. Если это в первой тетради мне наклеили, Надо домой приехать, взять, когда наступит следующий урок, я приду из школы, а давай я задам тетрадь эту, если ты что. Давай сверху позвоним, иди сходи, сфотографируй. Где? Домашнее задание по математике. Вот этот на телефон сфотографируй, что мы там задавали сверху. Маша, сходишь? Ну да. Вот иди сходи, возьми. Да без куртки иди. Тапочки одень. Вот же они, куда-то ушел, на балкон, наверное. Так, ну вот, удивляйтесь. Я тоже пишу, тоже нет. Смотрите, вот, удивляйтесь. У меня на новый всегда, смотрите, там нету. Тоже 2 марта, классная работа, и тоже нету. Значит, никому нету. Ни у кого нету. А папа, когда вы соседите, я у них тоже нет карточки. Вы тоже, да? Мы тоже сели за уроки, и как раз Глеб стучит. Да, тоже на косе. Тоже нету никогда карточки, я ей написала, говорю, а почему? А потом домашнее задание написала, тетрадь. Тетрадь в клетку. Я тоже все перерыла, вот, говорю, Маша, не пиши, говорю, наша прозрачная пишет. О, у вас хорошо пишет. Ну, ты увидели, сейчас покажу, как наш корявый пишет. И то под диктовку. Я
Вот, смотрите, как. Прямо. Я за это шугаю. Еще по ТикТоку, а вот здесь вообще буквы пропускают, видите? А вот по ТикТоку он едет. Он точку поставил, садись, пиши, сейчас математика. Все, читай тогда совесть. Потом расскажешь. Можешь всю ее прочитать. Карна ухла с неба готовила урока по алгебре и решила с ней идти в школу. Но чтобы знакомство мы делали случайно с ней увидели. Как на во время нам смочил меня, болтает с книгами по городу. Книга Нина украдкой ушла в рощу, положив пакет с завтраком и связку книг. Будь кусты, она продолжала догонять красивую бабочку. И наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми, доверчивыми глазами. А так как в руке он сжимал букварь, заложенной в него тетрадкой, то Нина смекнула, в чем делу и решила над ним подшутить. Несчастливый полубовищик строго сказала она. И это с таких юных лет ты уже обманываешь водительницу. И школу. Нет, удивленно ответил малыш. Я просто шел на урок, но тут в лесу ходит большая собака. Назвала и я заблудился. Нина нахмурилась на этот малыш. Был такой смешной и злободушный, что ей пришлось взять его за руку и провести через рощу. А связка с Ниной, связка Нины книг и завтрака, так
остались лежать под кустом, потому что поднять их перед малышом теперь был трудно. Вышмыкнула из-за ветви собака книг не тронула, а завтра съела. Вернулась Нина Синов и заплакала. Нет, не жалко, ей было у родиного завтракать, но слишком хорошо пели над ее головой. Все птицы, и очень тяжело было на ее сердце, которые гряза беспомощные сопли. Ну что? Ну все, папочка, читал. Как они, девочки Мини, которая не пошла в школу из-за того, что она не сделала алгебру. И вот она не решила в ученики, она пошла. Ой, вот, вот она не решила идти в школу. Тут у него очень школа. Она не решила идти в школу, и вот пошла в ученики. А все остальное. И вот. Собака. Она залаяла, и я заблудился. Нина наткнулась, но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей пришлось взять его за руку и повезти через рощу. А связка Нина и завтра так и стали снижать этот кусок, потому что поднять их перед малышом теперь было не стыдно. Просто она малышу сказала, что малыш пробудил школу, и посмеялась над ним. Ей было уже стыдно идти за тетрадями и завтра со своей книжкой. Вышмыгнула из-за детей собака. Книг не тронула, а завтра с
слишком хорошо перебил головой и сделал песню. И очень тяжело было на ее сердце, которое вызвало беспощадное совесть. То, что она то смеялась над малышом, а сама-то в школу прогуливала. Понял? А малыша она проводила перед дочкой. Ей было, плакала она не из-за того, что собака завтрак съела, а из-за того, что она такая вот погуляла в школу. Что она пишет? Давай. Там паузу ставишь, да, хорошо. Еще у меня СРТ, я посадил, вот я посадил вот. И обдох по карте. Бим-б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 им. Это прикольно. Португал. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Бим-б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 им
Mm-hmm.
задания. Я по всем комнатам побыл, и там все задания. Вот так эта карта выйдет. А мага пошел. Тут было шутка. Ну подписывайтесь, пожалуйста. Это же не на компьютере сделано. И? Да. Переходим к новым играм. Сегодня мы сыграем... Это самое крутое. Пока. А ну просто. А много. А нет. Не, птичка еще бинт. Бинт остался. Так. Добавлю уже бег. И автомат. Это новое обновление. Набрал. Почему-то вот так делать. Вот, почему-то вот так делать. Надо вот так как-то делать. Как же я с автоматом? Он подождет. Игра мучительная, блин. Человек. Так, опа. 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 И так делаем мировую войну. Что это за ограбление? Пишет Кирилл. Ладно, хочу. Ужас, да? Ну, выглядит это... Ладно. Маленьким детям предупреждение включать. Тем, кому 4 или... Ну, 5 можно, если они гораздо... Хорошие люди, а я... остальные нет. Остальные нельзя. Ну, 6-летним, 7-летним и так далее. Можно. 8-летним. Ну, конечно.
Ребенок. Так. И играю с дочью и играю. Блин. Ну, эта игра будет у нас выходить каждый день. На кота просто. Неизвестно, как он с нас играет. Рандомно. Куколка божба. Смотри, опять. Нет! Настоящая война. Блин! Чё-то тухает. Они туханы! Почему? Почему желтый подается синему? Почему желтый подается синему? Разные стороны летят! Я пошел, я такой. Лечу! Thank you.
это я создал! Это карта я создал. Тише. Что это? Нет. Лёха, лепёха.
Я до тебя добью. Да. Еще одна игра, потому что, кстати, мы не показали, как читать вы шоки даже нашим соседям. Еще одна игра. Не знаю, что за игра будет. Ну да. Ну пока на игра там много чего.
Всем пока. Папа, я заснял.